Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. И мы сегодня с Мартой приехали на рыбалку. Надуваем нашу лодочку. Марта помогает мне. Сегодня мы хотим поймать щуку. Марта, мы хотим щуку поймать сегодня или кого? Да. Хочу всю рыбу там поймать, какая есть. В общем, мы купили живчика, будем ловить на кружки. Пробовать поймать на джиг, на воблер, в общем, все, что у нас там есть в арсенале. Будем пытаться сегодня чего-нибудь добыть на ужин. И добыть, да. И классно провести время. Хорошо, надуваемся, выдвигаемся. У нас есть вкусняшка, мы даже взяли торт. Будем сегодня его хряпать. Все, давай, надуваемся. Ну что, мы спустились на воду. Водичка прозрачная, классная. Солнышко, вообще погода поменялась. Обещали пасмурный дождь. А как видите, у нас солнышко и синее небо. Ну, посмотрим, что у нас сегодня получится. Ой, чуть-чуть не брыкнулся туда, с этой вымостки. Хорошо, давай, отчаливаем. Итак, мы начали расставляться. Берем наши кружочки. Кстати, я сделал такой лайфхак. Я на палочку вот эту начал наматывать изоленту, потому что отверстия со временем расширяются, и в общем эти палочки потом плохо там держатся. О, смотри, поклевка. Поклевка, смотри. Класс. Марта, держи вот так, ровненько. Да. Есть переворотик. Буквально мы 5 штук расставили, и вот есть поклевка. Сейчас посмотрим, что у нас там. Смотри, как интересно вообще, да? О, смотри, есть. Она там еще. Смотри, смотри, крутит. Марта, вот это да. Смотри, мы только расставились, уже есть поклевка. Она там, да. Похоже, что есть. Ну, давай. Что-то не крупное, совсем не крупное. Судак, смотри. Смотри, какой судачок. Ну что, наша первая рыбка. Смотри, какая классная. А как засекся красиво, смотри. Да, и видите, вот тут. Вообще, какой у него гребень, да? Классный. На тебе судачка. Я его пущу. Классный, да? Так, берем карасика под верхний плавничок. Вот так вот его. И... Так, нас уже так снесло хорошо. И где-то будем вот здесь вот ставить. У нас есть поклевка на самую первую щуковку. И мы сейчас туда, только что было вращение. Это интересно. Давай, давай. Где там наша рыбка? Есть что-то? Пока непонятно. Не, вроде нету. Сошла. Сошла рыбуха. Ну, погрызенный весь, пожеванный. Итак, у нас уже начинается обед. Мама. Так что нам мама положила с собой. Давай. О, у нас каша гречневая с мясом. И здесь у нас термос с чаем есть. И у нас много всякого еще есть вкусненького. Вот такое вот есть. И вот такое вот есть. У нас есть торт, у нас есть сникерс. Живем! Была поклевка, но не реализовали только что. Вот, ну вообще так вот мотала пожеванный весь карась. То есть реально, реально клев есть сегодня.
круто проводим время. Супер. Мама. Еще одна поклевка. Правда, нет движения. Это, скорее всего, судак резвится у нас. Ну, сейчас проверим. Давай, Марта, ты. Давай. Поднимай. И, як что там ешусь, трошки смыкнуть надо. Підсікти. Давай, лови. Ой, ешусь. Є? Давай, 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 давай. Витягай, витягай, витягай. Що там є? Щось є. Щось є? Грузок? Не знаю. На підході акуратно, щоб не це, щоб крючком не продирявить наше човника. Бо тут обережно. О, карасики. Наш модний якорь. Бросаємо. Класно працює, держить. Давай на цю сторону. Судачок резвится, как раз вот эти два кружка у нас сработали только что. Значит, там сидит судак. Мы его сейчас попытаемся оттуда достать. Опять судачок, наверное, взял. Так очень-очень аккуратно перевернул, просто ювелирненько так. Смотри, 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 смотри. Смотри, есть что-то. Марта, давай, клади, клади сникерс. Давай, будешь вытягивать. Береш і різко підсікаєш. Щось є. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ой, ну щось є. О, о. Давай, витягай. Є? Чи вже нема? Нема. Нема. Було важке таке, да? Да. Да, була, мабуть, щука. Чи ще щось є? Ні. Ні, нема? Обережно з крючком. А крючок? Обкусила, бачиш? Флюорокарбон. Нема ні крючка, нічого. От так от, попали на зуб. Хорошая була. Я її почувствовал, прям такая. Да. Реальная щука була. Да, я навіть відчула, наче вона щось кусає. Да, о. З'їла нашого крючка. Да. От так. І в неї в животі такий крючок. Крючок. Так, у нас опять поклевка. Щука просто от одного кружка к другому ходит. Щука или судак, не знаю. Кто-то там только что было движение. Кто-то там сидит. Кто-то здесь должен уже сидеть, мне кажется. О, 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 там кто-то есть или был. Ах ты, что ты ж... Не, есть еще. Что-то мелкое, наверное, судак. Смотри, какой окунь, Марта! Ты посмотри на этого монстра. У нас то, ага, то судак, то окунь. Шаив. Какой пузатый, да? Красавец. Какая-то мелкая рыба у нас сегодня. Крупная сходит, а мелкая ловится. Что-то мелкое взяло на спиннинг, на джиг. Что-то небольшое. Сейчас мы увидим. Надеюсь. Ох, какой судак. Марта, ты посмотри, какой судак. Огромный. Позарился. Просто его на живца можно поставить. Смотри. Смотри, какой судачина. Класс. Ай, не встиг трохи снять. Все, поплыл. Судачок. А пока рыбка ловится, мы решили подкрепиться. У нас есть чай, у нас есть торт, и у нас есть какой-то повод, да? Повод – это рыбалка. За рыбалку. Шиповник. Это шиповник, да?
классный чай шиповника. Супер. Ну что, по тортику? Ударим по тортику. Класс. Сметанник. Ну что, закончилась наша рыбалка. Марта, тебе понравилось? Да. Это самое главное. В общем, поймали мы только одного окушка и маленького судочка. Так что мы классно провели время. На этом все. Рыбалка закончена. Сейчас разбираем все, собираем. Сдуваем лодочку. Сейчас чуть подсохнет. Погодка очень нестабильная, переменчивая. То солнце, то ветер, то даже дождик налетел. Ну, прям щучья погода, но она поклевала утром. И, скорее всего, будет клевать под вечер. Ну, а в обед затишье, у нас нет уже времени ждать. Так что на этом все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.